наступает осень, а брюки именно осенью и вообще весь год незаменимый предмет для женщин всех возрастов. Ведь именно базовые брюки отличаются универсальностью. Их носить можно с чем угодно, согласитесь. А вот чтобы выбрать пару, которая прослужит вам не один сезон, важно обратить внимание на интересный момент, а именно посадку и материал. Вот об этом сейчас расскажет и поможет нам с выбором наш эксперт, актер театра кино Алексей Лапшин. Оленька, спасибо тебе за предоставленное слово. Мои дорогие, горячо любимые модницы. Более актуального предложения по сезону осень-зима найти просто невозможно. Плотные сезонные базовые брюки из трикотажа от нашего любимого бренда Greenlight, который специализируется на пошиве поясных изделий, а именно брюк. И эти брюки станут незаменимой основой для повседневных образов. Такой универсальный игрок, который поддержит любой ваш образ, будь то офисный, повседневный, кажуальный, спортивный и даже праздничный. Вискозная основа, вот ощущение, как будто это, знаете, самые, что ни на есть, практичные материалы. Высокая посадка в сочетании с эластичной лентой в поясе подарит комфорт в носке, независимо от вашего размера одежды. И здесь важно отметить от 48 до 72 размера. Это очень практичная, сезонная, смесовая ткань, по ощущениям, как будто вискоза, причем, что снаружи она гладкая, не будет появляться, не будет пилинговаться, не будет появляться никаких катышек, что внутри будете ощущать приятные тактильные ощущения. При этом посмотрите, как идеально обработаны все швы. Ткань не мнется, ткань прекрасно тянется, но не теряет своей формы. Она дышит, не создавая парникового эффекта. Начиная уже с конца августа и до глубокой зимы, надевая на колготы, например, вы будете носить эти брюки и радоваться каждому дню. Потрясающе, я вам скажу, невероятно удобный, комфортный, мягкий. И, конечно, вы выбираете яркие оттенки, осенние оттенки. Смотрите, брюки Vita от бренда Greenlight, это значит идеальная посадка, это значит максимальный комфорт каждый день. Цена только сегодня 1999 рублей при оплате картой 1899 рублей. Ну что, брюки Vita. Как правильно подобрать размер, как заказать, чтобы сидели удобно, и какие цвета вот мы сейчас перечислим. Сначала, да, давайте разберемся сначала с цветами. Вот на Ольге, на нашей модели, вы видите цвет, который в заказе называется баклажан. Так, ближе всего ко мне висит красный цвет. Психология цвета, страсть, любовь, жизнь. Далее мы видим цвет, который зеленый называется, но в жизни, я понимаю, что цвет передачи у всех разный. В жизни он смотрится как самый дорогой изумрудный оттенок. Следующий цвет синий, это выбор нашей Оли Троицкой, в жизни смотрится как голубой. О, да. Да. Далее, темно-синий, классика, база для офиса, для деловых встреч. Баклажановый мы видели уже на Ольге модели. Далее у нас идет горчичный, очень теплый, успокаивающий, согревающий даже сам по себе просто цвет. Далее у нас идет шоколадный оттенок. Я обожаю, например, горький шоколад, капучино, я бы тогда 100% себе тоже заказал. И классический черный, 8 цветов на выбор. Теперь, что касается размерного ряда. От 48 до 72 берем размер в размер. Именно благодаря тому, что бренд Greenlight специализируется на пошиве брюк, здесь выверенные лекала, за счет эластичности материала подстроится под вас. Greenlight бренд существует на российском рынке более 20 лет и уже много лет сотрудничает с нашим каналом. Женщины, выбирающие брюки от бренда Greenlight, отказываются потом покупать брюки других брендов. И я знаю, как для вас важны точные цифры. Раз мы говорим о замерах, надо же бы и замерить. Конечно, а я хочу просто акцентировать внимание, их очень мало, их у нас сегодня немного, успейте сделать заказ по цене только сегодня 1999 рублей. От 48 до 72 яркие оттенки, осенние оттенки. Конечно, удобство. Я из семьи, учителей, ты знаешь, у нас все учителя, сестры мои, мама. И, конечно, очень важно правильно подобрать брючки. И в этот сезон осенью я иду в магазин, беру себе, беру дочке, и дистанционно заказывать особенно удобно. Вот подскажи, чтобы вся страна выбрала себе вот брюки. Смотрите, еще раз делаем акцент на том, что у нас размерный ряд от 48 до 72-го. В руках у меня размер 68. Даже еще при неполном натяжении полуобхват 90 сантиметров. То есть полный обхват. Давай, помогай. 180. Оленька, спасибо, что помогаешь. Держу. Теперь смотрите высоту посадки. Быстренько покажу. Это тоже важно для коррекции животика, зоны бедра. 41 почти сантиметр. Это высота посадки. Теперь полуобхват брючины. Я знаю, для вас это тоже важно. Вы просите всегда замерять. Посмотрите, какая эластичность смесового сезонного трикотажа. Даже при неполном натяжении у нас уже 51 сантиметр.
сантиметр, а это значит 102 сантиметра полный обхват. Длина по внешнему шву 107-109 сантиметров. Mm-hmm. Нигде в масс-маркете, в торговых центрах ваших городов нет такого размерного ряда. Как правило, он останавливается на 56-м, максимум на 58-м. У нас же до 72-го размера и по единой цене. Да. Даже если вы встречаете роскошные размеры в масс-маркете, сразу цена увеличивается. Спрашиваешь, почему? Тебе отвечают, ну как же, материала было затрачено больше. У нас не важно, сколько материала было затрачено. Важно, чтобы вы радовались каждому дню, улыбались. У меня лично, например, мамочка, она вообще жить без таких брюк не может, в магазин сходить, просто прогуляться. И мама, вот, например, у меня всегда заказывает вот такие брюки. 100%, как и моя мамочка тоже. И нам пишут телезритель наши любимые. Полина Константиновна из города Ижевск пишет: очень хорошее качество пошива у марки Greenlight. Мне нравится и качество, и посадка. Вещи размер в размер. Хороший выбор для обладательниц крупных форм. Спасибо огромное, Полина Константиновна. Да, это так. У нас на даче, например, соседка Ольга, ну вот она говорит, я на заказ вынуждена шить, потому что в магазинах просто не найти. Она 68-й размер как раз. И вот. Какое счастье. Она говорит, как только у вас будет, скажи мне сразу, я закажу. И вот сейчас позвоните своей подруге, которая тоже не может найти до 72-го размера. Именно в сезон, чтобы вы носили вот сейчас, от сегодняшнего момента, прям до следующего лета. А все почему, Леш, я ощущаю такой комфорт, потому что они вот не супер, не утепленные, да, без флиса, но и не тонкие. Вот они непрозрачные, но смотрите. Смотрите. Во-первых, практически, да, разное настроение вот. Только за счет цвета у девчонок. Видите? Обе Оли в жилетах стоят, обе Оли в водолазках стоят и в брюках. У Оли размер 48-50, на ней брюки в 50-м угу. размере. Видите, чуть-чуть есть свобода. Да. У нашей Оли модели, у нее 54-й размер в жизни, рост 1,76 м. Опять же, даже при высоком росте хорошая длина брючин. Я уже говорил, 107 сантиметров. Высота посадки 40, на ней брюки в 54-м размере и зона животика. Идеально. И зона бедра скорректирована. Нет плотного прилегания к паховой зоне. Не будет натираться внутренняя сторона поверхности бедра. Леш, хочу сказать про практичность еще. Они не мнутся, милые мои. Они не мнутся. То есть вот мне весь день я ходила, сидела. Как это важно для всех профессий, для всех женщин, для всех возрастов. И цвета у нас тоже разнообразные. Баклажановые есть и красные, шоколадные, горчичные. Идеальные, универсальные оттенки. Зеленый, голубой, синий. Выбирайте. 1999 рублей только сегодня от 48 до 72 размера.